находимся в детском оздоровительном лагере имени Юрия Алексеевича Гагарина. Прямо сейчас здесь проходит проект «Кадры будущего Алтайского края», где среди молодежи, школьников, студентов выбирают инициативную молодежь со своими творческими какими-то идеями. Мы хотим попробовать себя в чем-то новом и набраться опыта. Под конец мероприятия мы хотим доработать наш проект и представить его Министерству образования. В нашей школе уже традиционно 8 лет проходит слет IT-тимуровцев. И теперь мы приехали на школу губернатора, чтобы создать свой проект «Игровест». Потом представить это перед нашими наставниками, в дальнейшем разработать и все-таки продать. И чтобы школьники с помощью нашей игры вникали в историю Алтайского края и любили, гордились своей родиной. Я приехала в этот лагерь с целью самореализоваться, что-то новое узнать, получить какие-то эмоции. Мы старались, мы вкладывали сегодня весь день. Открыть новые возможности в рамках 30 проектов, которые будут реализовываться в Алтайском крае, это огромная возможность. Здесь я получила новый опыт. Я открыла для себя проект для детей с ограниченными возможностями. Это деревянная игрушка для особых детей. Мы приехали, чтобы разрабатывать свой проект, получать новые знания, эмоции и знакомства. Ребята наши, это наше будущее. Очень радостно, что они у нас такие классные. Нет, нужно, конечно, иметь дело с теми, кто в дальнейшем, возможно, бросит вызов стандартным методикам в области образования и перевернет региональную образовательную отрасль. Я убежден, что эта деятельность действительно двигает всех нас вперед, а вместе с нами, и, конечно, и Алтайский край, и, конечно, нашу страну. Я вам желаю успехов, удачи, и пусть все получается на следующих этапах. Спасибо.